Все, готово. Так, вот так. Все, я рада приветствовать вас. Всем добрый день, дорогие зрители и кто будет смотреть записи, и, конечно же, кто сейчас с нами в онлайне. Я хочу сегодня рассказать про наш дорогой, крутой, просто супер-супер могущественный БАД Молекула Форс. И сегодня я расскажу про иммунитет моей семьи. Что пьют мои дети и какой результат, и что пью я и мой муж, и тоже какой результат. Итак, начну я, конечно же, с себя, потому что я такой порядочный человек в нашей семье, и все сначала тестирую на себе, а потом уже даю всем остальным. Это касается и моих покупателей в том числе. Данный продукт называется модулятор комплекс и модулятор Форте. Вроде бы похожие названия, но они имеют абсолютно разные свойства. Модулятор комплекс – это БАД, который у нас в общем на систему организма благоприятно влияет, а модулятор Форте – это как раз-таки тот БАД, который борется с внешними воздействиями нашей окружающей среды. И как раз сейчас, в период простуд, когда вокруг очень-очень много людей, которые заражены, так скажем, ОРЗ, ОРВИ, да, и так далее. Вот. Так вот этот вот модулятор Форте мне очень-очень помогает. Во-первых, я сначала комплекс пропила просто, но это еще было осенью, пропила баночку вот этого комплекса. Модулятор комплекс, то есть свой организм я укрепила, и очень продолжительное время я не заболевала, несмотря на то, что вокруг я общаюсь с людьми очень каждый день, несколько раз по многу, у меня свой пункт выдачи, и поэтому это не постоянный, непрерывный такой взаимодействие с людьми. Вот, и все было прекрасно. И да, кто-то чихает, кто-то там подсопливил, и я кремень, я просто вот здорова, слава богу, и все, да, то есть мой иммунитет укреплен. Но тут, знаете, свою ответственность тоже нужно нести, и не надо замерзать, что называется. Вот недавно я, видимо, подустала, подхватила немножко вирус, слышу, у меня что-то шкребется там в носу. Я убойную дозу модулятор, вообще его нужно принимать по две капсулы в сутки, курсы, да. Здесь тоже модулятор Форте, тоже по две капсулы. И вот комплекс я взяла еще вечером, укрепила, но Форте пока еще не включала. Там добавила еще имбирный напиточек, и все было здорово. Но потом я просто за целый день очень-очень промерзла. Очень промерзла. Ну, я думаю, да, так прокатит. И вы знаете, не прокатило. Ну, и я заболела. Температуры ничего не было, потому что я поддерживала себя БАДами, и организм достаточно крепкий. Вот. И когда я поняла, что мне нужно отлежаться, у меня была слабость, такая недомогание, я чувствую, у меня в гайморит это все начало переходить, у меня хронический гайморит. Вот. И тут я подключаю модулятор Форте. Вы знаете, это просто очень ощущается моим организмом. Я вообще очень хорошо чувствую свой организм. И вот Форте, я просто обожаю его. Я благодарю компанию Faberlic за то, что выпустили вообще эти БАДы Molecular Force. Я их протестировала на себе уже, не первая баночка. Вот. Но конкретно в данном случае про Форте, здесь нужно убойную дозу, конечно. Это вот если вы пьете, например, эргоферон. Вот я раньше пила эргоферон, убойная доза, там две таблетки через несколько часов еще. И я по вот этой же системе решила три или четыре раза даже я, по-моему, пила, но я пила по одной таблетке, потому что это все-таки Форте. Опять же, я никого, ничего никому не советую, не прописываю рецепты, я рассказываю лишь только свой опыт. И вы знаете, на вторые сутки мне, я чувствую, мне уже стало легче. Вот. Это что касается модулятор комплекс и модулятор Форте. У модулятора комплекс артикул у нас идет, так, сейчас скажу, артикул у нас идет 158-51,
А вот у модулятора Forte артикул у нас 158-58. Что хочу вообще сказать про БАДы наши, фаберликовские, молекулу Форс, именно вот эта линейка. Я раньше вообще недоверительно относилась к БАДам, но и к лекарствам еще больше. И с детства меня мама лечила травушками, там, заварит, укропчик, кукурузные рыльца, шиповник. Ну, в общем, она у меня медик, я не медик. У меня нет медицинского образования, и, в общем, я с детства знаю, что лекарство это одно лечит, другое калечит. Ну, и БАДы я просто была не проинформирована, ну, так, неграмотно, так скажем, была в этой области, и к БАДам я вообще никак не относилась. А потом я просто прочитала, что БАДы это те же самые компоненты, натуральные, просто уже сгруппированные в одной капсулке, да, и они благоприятно влияют на организм. То есть у меня параллельно, я вам пример приведу, мама заваривает себе для профилактики баночки трав, то есть она как бы, да, еще говорит, я по старинке буду заваривать. Вот представьте, она поддерживает иммунитет натуральными травами, и я не заморачиваюсь, ничего себе не завариваю, не запариваю, не собираю, а просто выпиваю вот здесь уже сгруппированные, качественно подобранные компоненты. И я просто обожаю теперь наши БАДы. И теперь я БАДам доверяю, теперь я БАДы пью и для различных систем. Сегодня у нас тема иммунная система моей семьи. И когда я своему мужу, он тоже начал там подсопливливать, я говорю, давай, дорогой-ка, принимаем наши БАДы. И действительно, ему тоже за пару дней он вычухался и пошел, отправился на работу. Все очень как бы продуктивно. Так вот, в модуляторе комплекс здесь состав кошачий коготь каре экстракт. Он говорит, дай-ка я почитаю, чем ты меня там кормишь. Он говорит, Фаберлик использует кошачий коготь. Я говорю, ну, дорогой, ты просто не осведомлен, что это есть такая трава, есть такое растение, да? И так вот, как раз-таки натуральный натуральная кора кошачьего когтя в составе присутствует. И он тоже ощутил на себе действие вот этих вот БАДов. Дети. Смотрите, две баночки. У меня два сына, старший и младший. У меня есть Ваня. Здесь даже написано Ваня, есть Вова. Так вот, у Вани тут осталось буквально парочку, одна осталась, видите, он пропил. Это старший сын у меня пропил, а младший нет. И тут было больше. И разница в чем? Что старший у меня как ходил в школу, так и ходит. Да, где-то там подшкрябывалось у него в носу, я ему живица добавочная и имбирного напитка. Все, ребенок просто, слава богу, здоров. Володя, который вот не пил БАД, а здесь у нас идет мультивитаминный комплекс, минеральный комплекс. Здесь специально подобран состав для детей. Этот комплекс можно давать деткам от 3 лет, и моим детям уже 10 и 12. Здесь и водорастворимые витамины группы В, С, А, Д, Е, К и К1 и К2, жирорастворимые витамины, комплекс минералов и антиоксидантный комплекс. И артикул данного БАДа 158-66. И вот я младшему сыну и говорю, дорогой, а он заболел, да, младший сын у меня заболел с температурой, и, в общем, уже кашель такой уже опускается вниз, и мы пошли в больницу, и, естественно, прописали антибиотики. Здесь нет такого родительского попустительства, потому что лечение, да, это ответственность родителей, а вот профилактика, я просто им купила. Вот тебе, мой дорогой сыночек, витамины, вот тебе, мой дорогой сыночек, витамины. Один ответственный, другой говорит, я не хочу. Но не хочешь, хозяин барин. И вот у меня такая наглядная разница, что один здоров, а второй перешел на антибиотики. Да, это была крайняя мера, но температура уже поднялась и кашель был, поэтому, ну, бронхит. И он, когда закончил пить антибиотики, он говорит, мам, давай мне вот этот вот мультивитаминный комплекс, и я все-таки буду пить. И я смотрю, что бутылочка пустеет, хотя она была практически полная. И
Я просто не перестаю радоваться и благодарить нашу компанию за эти прекрасные БАДы. Угу. Почему Вова так? Вот он просто, я не хочу. У нас папа тоже говорит, ну, что там, ладно, давай тогда, когда уже припрёт. Ну, это мужчины, их надо как-то направлять. Но я этого не делаю, потому что я считаю, здоровье – это ответственность. Вот. Ну, младший сын дорастет тоже, и у него появится ответственность. Есть пример, есть мама, есть старший брат, которые пьют наши БАДы Faberlic. Что хочу сказать про свое отношение к стоимости этим БАДам. Вы знаете, когда я попробовала эти БАДы, я такая думаю, блин, классные БАДы, качественный, суперски мощный продукт по дорогой цене. Да, дорого, и я очень ими довольна. Я увидела результат. У нас, в принципе, в Фаберлике очень классные, крутые БАДы, но Molecular Force – это прям результат еще быстрее. И вот когда я пошла младшему сыну в аптеку за антибиотиками, я туда не хожу. Дай-ка думаю, посмотрю, сколько... Я смотрю, БАДы продаются. Я вообще не в курсе была того. Вы знаете, в аптеке продаются БАДы. Я такая смотрю, то, что я пила в Фаберлике, смотрю, 4000 стоит. L-карнитин, по-моему. Потом смотрю, у нас есть D3K2, то есть это витамин D с кальцием, 6, 8. И я такая, о, так у нас недорогие, так у нас качественные, крутые и недорогие БАДы по сравнению с аптечными. Это я просто в таком шоке была, и я теперь говорю, что у нас вообще недорогие БАДы, у нас доступная цена, и качество просто огонь. В общем, я поделилась своим отзывом, своим опытом по укреплению иммунитета моей семьи. Я благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите в комментариях. Я буду рада на них ответить. Еще раз повторюсь, что я не медик, медицинского образования я не имею, рецепты я сейчас сегодня не выписывала, а лишь только поделилась от души тем, что вот что сама принимаю. Я благодарю вас за внимание. Евгения, как дальше отключить вебинар? Я смотрю, вопросов нет.